Витос, амигос, продолжается Dark Souls 3, но прежде чем пойду дальше, хотелось бы побродить здесь немножко по храму и посмотреть, а что тут, собственно, есть интересного. Поговорить с ними, наверняка можно что-то отдать им. Тут много обо мне услышал за это время. Да, мое сердце, блин. Но могу предложить тебе сделать минчик за углом, блядь. О, ну это для лохов, честно говоря, призывать фантомов. Особенно в этой части это вообще не нужно. Да-да, это все, что ты хотела? Окей. Херак. Ща пойдем еще найдем кого-нибудь. Блять, я вора так и не выпустил. Вора Никанора. А чё грустишь, красавица? Чего тебе не нравится? Давай, трави, убогая. Купить... О, передать священный фолиант. На тебе. Из Карима. I believe in miracles. Как нам будет весело. Ты про какие чудеса? За них в тюрьму-то не посадят? You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles, although to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell... А, чудеса, блять, история о чудесах — это перки. Пошла ты в жопу. Я думаю, мы сейчас реально будем сказки слушать. Кругом об... О, так. А, ну это пиромант. Добро пожаловать. Нахуй кому нужны эти, блядь, мимические жесты? Укрепить пламя пироманта. А что мне надо для этого потратить? Осколок титанита. Да пошел ты нахуй. Титанита ему, блядь, осколок. Поебалу могу дать. Починить снаряжение. Почему-то оно у меня целехонькое, блядь. Укрепить флягу. Нету. Передать уголь. Уголь фарона, уголь знатока. Не знаю, что это дает. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. И чё? A fine prize. I'm honored to be endued with it. And now I'll be equipped to infuse special praise the gods, hey? Well, ну тут смотрю, ввели прокачку базы, да? То есть заселяешь свою крепость людьми, что ты им приносишь, блядь. Ждем крафта. Ждем крафта в следующей игре от этого разработчика. Мебель тут крафтить, прикинь, было бы. Ну так и чего ты, что ты с ними сделал-то? А, вот появилось, смотрите. Кристаллический палаш. Наточенный палаш. Что будет? О, наточенный палаш, он сохраняет скейлы. Камень утраты, блять. Тяжелый самоцвет. И что это будет? От силы Б. Нихуя себе. Надо найти такой предмет, у которого от силы A, допустим, скейл. И точнуть его на вот эту хуйню, и будет вообще бомба, походу. Так, укрепить оружие. Что у меня там не хватает? Большой осколок титанита, бля, я, он даже падать еще в игре не начал. Залепи свое дуло. Так, а теперь этот мудак, который мне, блядь, прокачал левел и накидал мне своих сифилисных проклятий попутно. О, а это кто такая? Мадам, к вам подходить-то страшно, вы танцуете? Да, вон он.
Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Что? Ты его убила? Allow me to express my gratitude in his stead. Another matter. That a lord art thou not? Из каких нахуй повелителей? The dark sigil and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve. Лондор. Лондор будет. Это, Лондор, как Анор-Ландо. Лондор. Новая страна, Лондор. Чё ты продаешь? Оу. Помогает фантому выглядеть человеком. Говно. Позволяет принять облик фантома. Дважды говно. О, снимает накопленное проклятие. Лечит опустошение. Вот это надо купить, походу. Отравленный кинжал. Ну что, идти мне, блядь, к этому алтарю. Ой, впадлу мне его искать, пизду его. Залепи нахуй очко свое. Так, надо снять шлем, посмотреть, правильно ли оно работает. Так, ну что, видим, да, что мой герой ослеп нахуй на оба глаза и состарился. Так, я не знаю, насколько накопил проклятий. Молодильные бляха яблочки. Я не знаю, с чем, что вообще, как это работает, каким хреном, чего, за счет чего оно копится, непонятно, ничего не понимаю. Но Йоэль сдох. Йоэль сдох, я думаю, что это она его убила. Ты овца. Он мне левелы на халяву прокачивал, между прочим. Я это все слышал. Что у тебя есть свое оправдание сказать? Да понятно, пошла ты в жопу, короче. Не знаю, что тут происходит, блядь. События этих игр можно понять только, блин, посмотрев про них видео на ютубе. Так, ну что? Что еще я хотел? А, ну да. Я же получил душу очередную, может. Так, а этот ебанат ушел отсюда, да. Ой, на ступеньках же... Нет, он сидит. Черт. Этот все еще здесь. Надо выгнать его из моей крепости. Нахуй он тут просиживает. Ага, да, да. Вот. Меч убийцы нежити. Эффектов нет. Ничего нет. 18 ловкости, будьте любезны, да? Дальше. Меч волчьего рыцаря. Вот это вообще что-то. За чью душу-то его дают? 24 силы. Еб. Жесть. Гигантский меч. Уникальный. В скобках. Ну что-то он на гигантский меч не похож был. 20 ловкости. А вот это во второй руке, это что? Это идет в комплекте к этому мечу? Кинжал для парирования лежит в левой руке, а меч в правой. Легион нежить. Навык парирования, блять. У меня у щита есть навык парирования. Кольцо Хавила. Ебать. Вот это да. Вот это мы заберем. Хопа. Вместо навыка наблевать камнями. Асторское копье. Блять, у него что, ассортимент поменялся? Откуда это? С ядом копье. 19 ловкости. Чувак. Пошел ты. Так. Кольцо сопротивляемости кровотечению. Один хуй никто. Кровотечениями. О, я Вальдемар Зергут. Вот это кувырочки в средненькой броньке. А если я еще латные поножи нацеплю? Ну да, блять, размечтался. Так, штаны дезертира, штаны падшего рыцаря. Ну, штаны падшего рыцаря — это, блять, грязные тряпки какие-то. А лучше мне ничего и нету. О, ебать. Да, не намного, конечно. Штаны из мира. Немного радости принесла мне эта броня. Да ты чё, ебать. Ну сколько можно-то уже, ёптую. Давай перчики полегче возьмем. Да, давай, до свидания, блядь.
Так, давай прокачаем нахер квест переносимый в пизду. Залепи ты. Что же вы все такие разговорчивые? Вот так вот. Вот это ниндзя. Мой пиздюк нравится. Все, пошли дальше проходить, короче, нахуй вашу крепость, вас всех. Сидите тут, обмутки, хранители бездны. Да, что-то статы я как-то... Но мне кажется, что многие люди здесь качают жизни, потому что, ну, пушки из душ и всякие огромные дрыны, они, походу, здесь требуют дохуя, а по сути, по дамагу мало чем отличаются от маленьких зубочисточек. Вот, типа, вот этого палаша. Я что-то вот вообще не понимаю этого прикола. Кому надо пол игры вкачивать статы, брать огромный двуручный меч, потом его затачивать на огонь и херить все скейлы от этого? Вау, скелеты, которые вросли в камни. Хорошо украсили, нравится. Бля. Вот это с размахом локацию отгрохали, с размахом, нравится. О, блядь, ну только не вы. С дороги, челядь. Картузская румяна. О, ёбаный насрать, понятно. Где моя секира небес? Чувак, забей. Ты молод, ты мог бы жить, чувак. Лут? Он лутанул, блядь, на дне бездны? Вот ублюдок, а. Так, а если я сюда сигану, смотрите. Бля, вообще тут нихуя такой муравейник, столько ходов. Бля, пацаны, ну ладно вам, а. Ну может, поговорим, ёпта. Ну это прыжок, да, из первой части видели мы таких, бля. Сука, рассыпься нахуй прахом. Падай нахуй отсюда. А, их некромант мертв, они смертны. Хорошо. Хорошо, вот это хорошо. Но мне кажется, что здесь боссом будет Нита, видимо. Реинкарнация Нита очередная. Ну а Нита та еще гнида. Нита гниющий. Лишь бы здесь не было скелетов колес. Вот я их ненавижу, блядь. Так, давай наверх. Посмотрим, что здесь есть. Да, эту локацию обыскивать придется, блядь, 2 недели. Ну ты, блядь, хуй с луком, а? Как ты меня заебал уже. Минуту тебя знаю, ты уже бесишь. Как будто мы в браке счастливом 20 лет прожили. Спать нахер. Так. Ага. Ага. Оу, е. Да. Нажимная пластина так беспалевно здесь выглядит. Ну, допустим, что будет, если я... Воу, воу. Неплохо. Так, лутецкий. Ни хрена тут напылил. Сука, по этой лестнице как будто 200 лет никто не лазил. Душа безымянного солдата. Ага. Ага, некромант. Так, давай рывочек тогда и по-быстренькому с ним. Чирик-пиздык. Ух ты, блядь. Нихуя ты. Ты кем при жизни был? С учителем Чака Норриса, наверное, ёб твою мать. Хуя ты. Поц. А мы вот так. И хуй тут, а не ваншот. И нету, блядь, выносливости добить эту падлу. Сосанта, ёпта. Кукри, ау. Ублюдок. Блядь, а? Маймуна Мирешвили. Пошел в жопу. Паскуда тварь. О, еще один. А это точно некроманты? По-моему, блядь, это... Какие-то... Местные рыцари тьмы просто. Черт. И приманить-то его нечем. Ладно, гранатой давай.
Чё такое, нахуй? Почему ты невидимый? Во время перекатов. Ау! Сука! Выносливости не хватает. Как следует их колупиздить. Большой осколок титанита. Пиздата. Вторгся, блядь, демон. Ну что, синие стражи, кто-нибудь мне поможет? Я знаю, что он ждет где-то за углом, чтобы драться одновременно со мной вместе с мобом. Я именно так бы... О, и сделал. А вот и ты. И чё? Ну давай, поиграем в твои игры. Воин солнца, блядь. Воины солнца добрые, а ты говно. Не очень кайфово, да? Почему темные духи вторжения лечатся, я вообще не понимаю. Что он пытается сделать-то, блядь? Парировать пытается. Блядь. Интересно, что пиздец просто этот бой, блядь. Ой, чувак, блядь, шел бы ты нахуй, а, честно. Парирование, пиздец, блядь, бэкстабов нет, нихуя нет, блядь. Чё за бой такой, блядь? Мне кажется, ему надоело, поэтому он проигрывает. Полностью полечился, охуенно. Пиздец. Как, блядь, из ПВП можно было сделать такое неинтересное говно? Что, как его, блядь, изгнать нахуй отсюда, а? Чё-то же можно такое сделать, блядь. Нету хилок больше, да? Печалька. Время умирать. Как там ему показать? Блять, это было пиздец, как долго, нудно и неинтересно, я вам скажу, ребята. ПВП, блять, в этой части. В прошлой серии, я знаю, мне скажут, что ты сказал, что ПВП говно, потому что ты его проебал. Нет, оно просто, блядь, скучное, нахуй. Слишком долгая возня какая-то. Все эти приблуды для оружия, да, для заряжающегося. Ну, это надо, блядь, либо щит специальный, либо в две руки его брать. И что-то хуйня какая-то вообще полная. Атаковать всех с налета. А, там вон с костей лежит на полу сраная гора. Осколок титанита. Это хорошо. Можно мечик подточить. Осторожно вверх. Чего? Как он умер? Он получил подсрачника? От кого? Вся лестница в кровище. В принципе-то. Интересно, с чего бы, да?
Кристоферсон. Ну и насочиняли, блядь, а? Тут хоть запоминай, блядь, где ты был, где ты не был. Так, давайте тогда проходить эту хуйню по-научному, так как она, блядь, и была задумана разработчиком, я уверен. Буду бросать камешки там, где я уже был. Ну, труп как бы намекает, что я тут был, да? Ну, похуй. Мне просто хотелось бросить цветной камешек. Это так мило. Вставай, подъем, ублюдки. Не заставляйте ждать свою смерть. Последнего через задницу убью. По 120 душ с них падает, что, конечно же, полная хуйня. Впереди жук, да? Впереди друг? Кто тут друг-то, блядь? Да, пошел нахуй. Комок красного мха, да ебась, ебась ты провалысь, а. Что за говно? Так, и тут я тоже был теперь. Отлично. Так, камешек-то не гаснет хоть, нет? Не, не гаснет, прикольно. Зачетненько. Так. Who's next, motherfucker? Заебало, это питерское, блядь, откашливание вечно. У всех хроническая вода в легких, мне кажется. Ну, либо. Ну, не то, что прям у всех. Но не то, что я такой особенный в этом плане, бля. Ну не вода, а как-то правильно, жидкость легких скапливается какая-то, что ли. Так, хорошо. Еще лута кусочек. Кстати, камешков-то надо купить. Их мало, блядь, у меня всего-то. Всего-то 8 и осталось. Так, а вот здесь я, по-моему, был. Либо это очень похоже на то, где я был. А как я поднялся тогда? Не, я тут был, тут одни трупы. Хотя здесь и так одни трупы, они просто встают, когда ты подходишь. Так, камешек. Ай, бляха-муха. Ура. Так. Так, а здесь? Ну, я отсюда и пришел, получается, нет? Получается, да. Значит, мне надо идти вниз по ступенечкам. Подбирать-то камни обратно нельзя. Может, тут, блядь, камень сейчас скатится какой-нибудь. Давайте посмотрим, как умерли эти. Вот он бежит, бежит, бежит. Удар. Хуй там, хуй там, хуй там. Унесли. Что случилось? Я так и не понял. Камхи, бич. Ну быстрее я, блядь, ты можешь ходить, сука, инвалид. Давай, во. Скачками, скачками. Слышите этот звук? Я что-то такое предполагал, собственно. Блять, она еще и назад ездит. Охуела твоя голова, что ли, совсем, блять? Блять, что опять?
Пиздец, вот это да. А как же тогда забрать вот этот... вот это сокровище? Это ёбаный уголь, что ли? Теперь понятно, почему тут так мертвых много. Это же охуеть просто можно. Ну, направо он, слава богу, не поворачивает вроде как, да? Или, блядь, для меня он сделает это исключение. Вроде нет. А что это такое? Блять, это некромант. Что за ёбаный в рот? Уважаемый Брюс, блять, мать вашу Ли. Не извольте-ка загнуться нахер. Блять, пиздец. Что это было? Блять. Еще один пизду вас. Ебать, там еще идут нахуй. Давай-ка отойдем. Эй, мужчина, блять. Лоха, иди поищи на. Чё так ручками-то замахал, зажестикулировал. Адскую сутану всем показал. Так, очень мало эстусов осталось. А врагов тут реально не то что много, их дохуя. Ух ты, блять, вот это граната. Чтобы такую гранату придумать, надо быть ёбнутым. Как наше Министерство обороны до такого не додумалось, да? Пиздатая же вещь. Да ладно, забей. Да кто вас, блядь, поднял-то? Впереди ловушка. А, их поднял... их поднимает, когда я разбиваю кувшины, что ли? Или что? Как сдох этот придворный? Кувырок, кувырок, кувырок в одних трусах. На нахуй готов. А что тут не так? Нажимная пластина под горшком, вижу. Вон, горшочек прям на ней стоит. Молочное кольцо. Картуса, блядь. Это то кольцо, которое в сосок вставляют, наверное, когда прокалывают, сука. Успешно. Ну, блядь, я думаю, вот это кольцо надо убрать, потому что оно говённое. Немного повышает ловкость и скрывает при перекатах. А, вот как они невидимые становятся. Ловкости у меня теперь 17, а без нее 15, по-моему, да? 14, нихуя себе. Сказал я себе, блядь, надо таскать. Хотя нахуй она нужна. Только для лука. Блять. Ну это, честно говоря, ПВП кольцо, оно нахуй не нужно. Если у вас... от... у меня от ловкости только лук зависит. Меч у меня вообще потерял все свои скейлы. Так, там прохода нигде не было, да? Эстусов нету. Лечение за, да, за атаку это пиздеж. То, что эстус восстанавливается после убийства, блядь, тысячи мобов, это заслуга вообще не кольца, как я понял. Блядь, слава богу, я промахнулся, иначе бы сейчас обоих согрел, наверное. И куда он, блядь, ускакал? Прыжками Газманова. Работает, блядь, колечко-то.
пиздец. Что это за потеря крови? А, вот вам и кровотечение. Ну что ж. Каким бы образом похиляться? Что у меня есть лечебного? Ага, 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 круто. Да-да-да-да-да-да. У меня ничего нет такого, что мне может сейчас вылечить, как я понимаю. Ух ты, ебать, душа гниющего великого древа. Пропитанная силой. Блять. А назад к костру идти смысла нету, я тут же и окажусь. Десятку душ, конечно, сберегу. О, наживная пластина. Откуда полетит, интересно? Может, убьет его нахуй? Нет? Да. Я переоценил ее мощь. Пизду. Надо было нахуй кость юзать, блядь. Ну это пиздец. Тут до костра, бля, пиздовать просто как нахуй, я не знаю, очень далеко. Надо пробовать срезать, потому что говно полное. Но я видел возможность срезать прямо здесь. Сейчас попробуем. Десятка душ там лежит, ну хуй с ним. 10 тысяч душ — это не та цифра, которая, бля, впечатляет меня, честно говоря. Вот, да, тут нахуй пизда сразу, если прыгнешь. А вот там прыгать-то уже и смысла, наверное, нету. Спать нахуй. Да, это некромант. Там он, блядь, их... Сука, я тебя догоню, блядь, в аду выебу, тварь. 10 тысяч душ. А, размахался, блядь, да. Тесак демона Ворона. Где взять, лучше написать. Блядь, ну пиздец, нахуй. Реально, то костры на каждом шагу, то ебись, провались, блядь. Ходи, броди, 2 недели ищи тут, блядь. Чекпоинт, нахуй. Ебать в рот, ну пиздец, нахер. Все, костры, видать, все кончились. Все здесь поставили, блядь. В болоте, в сану. Я вижу. Вот она, срезочка. Охуенно срезка. Но как-то на этот столбик надо... Ну, видимо, с прыжка. Это столбик, чтобы сохранить здоровье. Но я думаю, герой так не разобьется. Надо просто попасть туда, бля, в пизду. Не хочу опять идти обходить все это говно. Драться с этими, блядь, скелетами, нахуй. С их, блядь, шлюхами, которые их рожают. Оружие небес. Как оно было в первой части. Здесь это, я так понимаю, оружие просто на магию заряжено. Или хуй его знает на что. А ты-то как, блядь, это сделал? Чё, и лучник сюда прилетел? А он тут и был? Ну? Пошел вон, салага. Отлично. Осколок титанита. А, я тут еще и не был, смотрите-ка, нихуя себе. Вот что значит, что не случается все к лучшему. Книга о пиромантии. Ну, блядь, понятно. Это не то, что мне нужно. Ну, ясное дело, призрачная стена, не тупик же. Тайная тропа. Короткий путь. И куда это я вышел? Вы не подскажете, где я, гражданин? И мне в какую сторону идти вообще? А-а-а! Нихуя себе. Сказал я себе. Ну, не такая уж, блядь, она и срезка, слушайте. Честно говоря, хуйня полная. Смотрите, сильные удары, как их, а? Корежат. Знай, попадай только. Блядь. Осколок титанита, ну. Хоть осколков нафармить, ёпта. Во всем надо искать плюсы, блядь. Чтоб даже кресты на кладбище плюсами казались.
Где мой бэкстап, непонятно. Сам-то не интересантов, сучка. Так, понятно. Теперь понятно, кто тут умирал. Тех, кого заебало просто здесь ходить. Кто пытался срезать. Давай, на обратной тяге его, пожалуйста, заберите. Этот скелет отсюда нет. Удивительно. Ну давай, я жду тебя, ублюдок. Вон там еще один. А, сейчас прикатится опять его хуйнет, да и все. Да. Тупой скелет, блин. Так, эти пидоры, понятно. Их резают. Смысла с ними драться вообще нет. А может здесь вниз спрыгнуть просто? Тут же можно. Это наверняка тоже срезочка какая-то. Ну вы охуели, ребята, блядь. Иди в жопу, блядь, мразь. Блядь, это ебанутое место. Просто пиздец, какое говно. Чё я вам сказать, уже давно, блядь. Просто ёбнуться, блядь. Просто ебанутость, нахуй, полная, блядь. Счастливо, нахуй. Мне похуй, что там, блядь, наверху. Ебал я в рот, блядь. Да пошла в жопу. Где я оказался? Что тут есть-то? Блять, колеса. Ёб твою мать. Так и знал, что они здесь будут. А это что? Уголь. Что-то странно, что... Ну, видимо, этот чувак вторгся не через Ковенант, кстати, а просто через Око Смерти. Потому что они что-то здесь... Не вторгаются больше. А вот кто их там наверху, наверное, восстанавливал. Ебануться просто. Чё за поведение у него такое? Почему остальные так, блядь, не скачут? Смотри, какие, блядь, правдивые люди стали, а? А это чё? Понятно. Пидорас, блядь, мелкий, сука, хуй, блядь. А, он сдох, и мне засчитали? Тогда нахуй его вообще ловить. Да кувыркался, чертёныш? Нет, скажи, я еще повоюю, блядь. Картузская румяна, чё это такое, блядь? Разрывающий эффект, кажется, это что за разрывающий эффект, блядь? Наверное, добавляет столько дамага, что аж ебало трещит, блядь. Разрывающий эффект, блядь. Показалось. А, вот оно как. Пепел хранителя могил. Еще толпа этих уебков, блядь. Костер-то будет, интересно, где-нибудь? Заебал, ты будешь нахуй стоять, блядь, на месте? Как к нему попасть-то, блядь, а? Пидорас, блядь, а? Иди-ка к нам в тесный коридорчик, блядь, помаши здесь.
почему мне, блядь, душ не дали за битву с этим пидорасом? Понятно почему, блядь. А кто тебя-то починил? Ты же сам некромант, нет? Или вы что, друг друга тоже резаете? Ёбнулся, блядь. Это многоразовый моб просто, он два, его два раза надо убить. Сколько тут всего интересного ходит? Ну еще один точно вижу. С двумя, блядь, мечами, пиздец. Да, их спамить, блядь. Ну, хули, у меня щит-то не стопроцентная физика, у меня щит-то, блядь, говнецо. Ну, у меня, видите, по весу все подобрано, что смена щита, блядь, щита, это дополнительная смена еще и, блядь, и одежды. Да куча, потому что кувырок пропадет. Блядь, надо было дальше пройти, костер поискать в пизду этих, блядь, уёбков, с ними драться. А, надо меч пойти заточить. Я ж набрал с них осколков, кусков, блядь, заебись, сейчас все будет. Так, настало время мести, дружище. Души получишь. Сколько у меня тут лежало? Ну, хуйня лежала, на самом деле. Можно было бы и не брать. Но, сука, это дело принципа. Хедшот-то будет сегодня, нет? Хотя бы в рот. Хедшот тебе в рот, сука! Давай, к стеночке прижали и, сука, отжарили, но... Ну-ка, блядь, бедные эстусы уходят только в путь. Этот одноразовый, в отличие от своего собрата. О, картузский шотел. Ну, это то, что хапеш, походу. Шотел, ебать, копать 17... О, 19 ловкости. А, Б, С, Д, Е. Худший модификатор от силы. И третий. Как ловко я перечислил английский алфавит, не так ли? Просто я настолько редко вижу модификатор Е, блядь, что... Е, бля. Модификатор Е, бля. Наверное, так это слово и придумали. Так редко вижу этот модификатор, что даже... А в этой игре не как в первой части. В этой игре стрела летит точно. В первой части, помните, надо правее целиться, блядь. И стрела такая в глазницу. И это некромант. Некромант с луком. Это вообще что-то новое. В науке и технике новое слово. Здрасте. Как ваша простата? На нахуй по жопе. Осколки титанита так и валят. Уже и точить-то ими нечего. Они все падают, падают. Опять эта хуйня разрывающая. Может, она скелетов разрывает? А это вот что у него на голове-то, я что-то не понял. Треуголка Джека Воробья, что ли? Все, больше тут ничего интересного нету. К сожалению. К сожалению, интересно. Только раз в году. Так, и давайте. А, хуй там плавал. Потому что у меня-то, бля, меч на огонь. Вот жаль, что нельзя меч на огонь. Хоть на время переделать на что-нибудь другое. Не вижу в этом ничего плохого, но разработчик решил, что будет слишком жирно. И где это я? И как туда попасть? Это срезка, это очевидная срезка. Но она пока закрыта. Когда откроется, неизвестно. Там есть путь наверх. Ой, здесь есть путь наверх. Хуй поймешь, куда идти. Что это такое? Ёбаный в рот! Медленно катается как-то он здесь. Да ладно, серьезно что ли? И крабик вылез оттуда. Их порождают крабы. Блять, я что, опять слышу эту хуйню?
Да не. Ага. А вот и костер. Вот он где был заныкан. Ну, непонятно, как открыть тогда эту дверь. А нахер ее открывать, чтобы сюда этот валун катался? Что... Ну, он и не пролезет, по идее. Да, эту херню не открыть. Ну что ж, костерчик это уже оптимистично. Оптимистично, блядь. Сколько можно? Интересно, откуда он падает, блядь? Большой осколок титания. Я заметил, когда я подбираю лут, игра почему-то подвисает каждый раз. Наши старые знакомые членоядные друзья, блядь. А ну-ка мы их сейчас под валун приманим. Хуяк. Не уходите далеко, пацан, он сейчас обратно поедет. Что-то не шибко им камешек понравился, смотри. Иди под валун, сука, во. На нахуй. Спасибо. 5 сколочек. Продавать их буду, чувствую, скоро. Заебал ты, блядь. Сарацин ебаный. Пошел в жопу. Большой осколок. Вот большой осколок, это да. Маленький осколок кому нахрен нужен, непонятно. Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, а. Хитрожопые какие. Уголь. Заебал этот уголь, честное слово. Я знаю, куда ведет, к чему приведет падение вниз. Отсюда. Оно приведет... Блять, а вы-то здесь откуда? А я ж тут не зачистил. Я упаду туда, вниз, к колесам, к этим ебанам. И они меня тут же переедут раз 500. К колесам нужен правильный подход. Да ты-то хули тут, блядь, делаешь? Это что такое? У меня какое-то дерьмо какое-то напасть хотело, что ли? Вон они, эти колесики. Ах ты, блядь! Вон они, пиздец. Кучно падают. Но я помню, в первой ДС-ке они едва ли не бессмертные были. Эти кучки говна, блядь. Очень долго убивались они. Самая хуйня, это когда она на голову упадет. Свободен. О! Что-то они уже так охуенно не катаются, как раньше. Когда колесо, блядь, разгонялось где-то здесь, а финишировало уже в Самаре, бля. Ух ты, сука. На второй заход пошло. Нормально. Very well. Вон, видите, вот он, дырочка-то где. Если не знать, что здесь колеса и спрыгнуть, они тут же вас заколесят толпой, я думаю. Потому что когда это колесо начинает вас рубить, насколько я помню, щит уже не подставишь. Блять. Заебали эти. Сгустки гребаные. Только тормозят.
Не, если на башку упадет, будет заебись. Половина здоровья, до свидания, если не ваншот. Вот сзади, насколько я, судя по брызгам, сзади что-то упало, вот оно. Так, проверим стеночки. Ничего не написано, конечно, но мало ли. Что я, ради сюда, ради вот этого шел? Ну, тут минимум осколок должен быть. Кровавое кольцо какого-то кактуса, блядь. Увеличивать невидимость при перекатах ценой защиты. Каким хуем оно работает? Как можно увеличивать неуязвимость ценой защиты, блядь? То есть во все остальное время у тебя защиты мало, а вот когда ты перекат делаешь, у тебя защиты прям вот до хрена. И я что-то не очень понимаю, куда мне тогда идти, если здесь нет прохода, а тут закрыто. Это понятно. Мне наверх или вниз, вот я что-то не понимаю. Еще кого-то переехало. Ну, походу, вниз, потому что наверху тут вообще ничего нет. Ух, красиво. А, да. Видимо, вниз. Блять, опять с высоты падать. Похуй. Крыска как сразу среагировала, да? Такая шушера, блять, прибежала. Так, здесь тупик. Хорошо, может, блядь, прозрачные стены где-нибудь опять есть? Ну, не похоже, не похоже, что тут что-то такое. Окей. Шустрее, шустрее, опаздываем, опаздываем, давай. Хуй тебе в нос, понял? И встал, пиздец. Я кого тут жду-то, блядь, чмо? Сука, унитазная, блядь. Ну, блядь. Герой, сука, лох косой. Кукри, хуюкри, у меня их уже этих кукри, блядь. Так, подождите, а это тогда куда проход идет? Ебать, нахуй надо. А прозрачная стена тогда куда идет? Сюда же, блядь. Сюда же только в конце. Охуенно. Зачем она, блядь, вообще нужна, не понимаю. Ну и вот сюда мне, собственно, надо идти, значит. Кто бы сомневался, что опять будут они. Падай нахуй вниз, мне не нужен твой лут. Просто сдохни, этого достаточно, чувак. Нахуй пошел. Блять, вот эта живучая мразь была вообще. Мне кажется, что мой мечик на огонь вообще нихуя не решает. Подвесной мост изношен. И... Нахуй мне эта информация интересна. А это что за поза, блядь? Ладно, хуй с ним. Так. Ага. Вот это место. Естественно, сейчас скелеты пооживают дружно. Так себе засада, чуваки. Скимитар какой-то с них. Что-то падает, оказывается. 1000 убиваешь, получаешь скимитар.
Скимитар, сющие сабля, короче. А, навыки, удар во вращении. Ворвитесь во вреды врагу. Нихуя себе. Это как это? Вот это и все? Охуенно. Вот это, бля, роскошь вообще. Вот это. Вот эта пушка раздает, бля, не правда ли? Вообще, мне страшно даже ей бить. Я думаю, я всю игру прочитаю тогда. Осторожно, опасный враг. Кто, ебать? Владыка моста? Ёбаный в рот. Это не опасный враг, это опасные враги, блядь. Они улетели вниз, нахуй, на этом мосту. Но не все, блядь. Давай, ласточкой. А, вот и обходной путь здесь был. Просто за вами начинает гнаться куча чертей. Спуститься. Тут можно? Вау. Герой находчив. Я бы зассал. И что мы тут видим? Ебать! Все, я все понял. Мне там не место. Ну, во-первых, демон огненный, а у меня меч огненный. И мне им только, блядь, подмышки пощекотать, да яйца почесать можно. Я в прошлый раз такого демона очень-очень долго даже с помощником валил. Фальшион. Фальшион чар! Ура! Оружие нагиба. Так, и вот она, чья-то гробница, видимо, финалити. Осторожно, ядовитый газ. Да? Это заебись. Иди ты. Это арена, блядь. Но я что-то не вижу, с кем тут надо драться. Ха. Ха-ха. 15 тысяч душ, между прочим. Я пойду-ка их лучше на базу отнесу. Пизду. Сейчас мне тут, походу, вломят. Да, отнес я. Базара нет. Я отнес свои души. Спас их. Смотрите, как тут классно. Вот объясните мне, вот зачем делать вот это, если тут в конце вот это, блядь. Вот это вот, блядь. Куда мне? Как? Пиздец. Два эстуса, неизвестный босс и 15 тысяч душ. Можно, конечно, юзнуть косточку возврата и еще раз сюда прийти. Это да. Никто не запрещает, конечно же. Впереди костер. Ебать! Не знал, что он сюда ходит. А, он не может пройти здесь. Ты серьезно, что ли? Но у него, мне кажется, есть какая-нибудь плевательная хуйня, которую он... Которую он дамажит на расстоянии. Не вижу, а впереди там костров никаких. Честное слово, не вижу. Ну, блядь, понятно все. Как это тут делается? Не очень-то это интересно.
Я думаю, дай-ка я попробую, блядь, щит мой от огня. Ой, перекат не пропал. Охуеть. Это ли не знак? Нет, не это. Нет, не знак. Иди нахуй. Мимик, блядь, еще до кучи. Да. Блядь. Мне тут костер обещали. Да, не наебали. Молодцы. Для того лицу хуй покупает, чтобы пользоваться нахуй подсказаньками. Не с Ютуба. Блять, еще и скелеты-то гигантские. Еще и встают, блять. Мне что, тут сдохнуть надо, что ли? Чтобы не дали улететь отсюда нахуй. А, это двухразовые скелеты, блядь. Известные двухразовые скелеты. Скелет многоразовый. Юнит, блядь. Сейчас надо что-нибудь качнуть и обратно. С демоном сразиться. Грудь в грудь! По-богатырски. Не буду его как шлюха убивать, блядь. Пусть так. Я знаю одного, блядь. Про великого проходильщика этой игры. Который, я уверен, так его и за месяц, как он и дракона, блядь, убил. Ну, в смысле, спугнул. Оу, вообще классно. Охуеть, сколько здоровья добавляется. Не могу перестать прокачивать здоровье, ничего не могу с собой поделать. Надо уже силу качать, чтобы пушки делать, а я все, блядь, здоровье качаю. Катакомбы Картуса. Ну что ж, нижний уровень катакомбов. Надо вальнуть демона, подняться, босса вальнуть. А я думаю, что он там обязательно есть. Да и серию закончим на этом, я думаю. О! Блять, а здесь пол не провалится часом. Кольцо ведьмы, повязка на глаза старого мудреца. Интересно, что за старого мудреца? Повязочка. Еп. Одеяние пиромант в великой топе, в частности, такое носят старые мудрецы. Угу, понятно. Такое в Вернаме носят, блять, все. Так, что за кольцо? Значительно увеличивает, усиливает пиромантию. Я думаю, что вся эта локация создана для того, чтобы тут пироманты кончали, блядь, на перегонки. Все для магов. Магазин все для магов. Блядь, вы там здесь нахуя встаете? А? Вот нахуя вы здесь встаете? Ничего себе, он во второй раз резко встал. Сразу видно, этот скелет при жизни в армии бывал, блядь. Пока спичка оденется, блядь, успеть собраться. Успеть собрать все свои кости. Со шконки, блядь. Спать нахуй, тварь. Заебанцы, ну посмотри, сколько их, а. Может, они, блядь, на демона нападут? Кто сказал, что они дружат? Кто-то же их тут размандярил, что они тут валяются по всей локации. Может, это был как раз он? Он сюда что-то и не идет, блядь. Точно, наверное, сыт. Большой осколок титанита. Что за надписи? Нахер пошел. Может быть, это неудача? Почему неудача-то? Стеклянная стена, да? Да, да, хуй там, наверное. Ну, конечно. Ну что, are you ready, motherfucker? Yes. Ну, Диабло, мы снова встретились. Пиздюк какой-то мелкий там, блядь, скакал нахуй.
Да ладно. Ничего себе, вот этот подгон. Ну, я хочу сказать, что урон я на него подниму, наношу просто на пиздатиши. Где-то там что-то 20 дамага какого-то, блядь. Хуйня полная с ним так драться, блядь. Невозможно его убить с таким дамагом. Ну, только если заебать его до смерти заковырять, блядь. Давай попробуем топор тьмы, блядь. Ну, топор тьмы это вообще пиздец. Я уже его пробовал там на боссе на одном, как вы помните. Нихуя оно там не давало. Пять, да. Топор тьмы, блядь, магиот нахуй. Да, скелетики на него нападают, понятно. Нет? Видимо, надо что-то сделать, но это... Это Dark Souls интереснее, чем все, что было раньше, потому что здесь надо взаимодействовать с мобами, в том числе и на драке с боссом, да, заставлять биться их друг с другом. Это, блядь, охуенно. Сейчас я разрулю эту ситуацию, блядь. Может, ледяной меч Деда Мороза тут бы справился лучше. Давай, да каска с хуев, ну. Сейчас, сейчас, демонюга, блядь, будет тебе Олимпиада. Ахахахаха, ну, давай. Первый пошел, второй, давай, пацаны, давай, встаем. Вставай, моя бессмертная армия. Вперед на демонов из ада, надерем ему задницу. За мной, пацаны, за мной, в атакен. Блядь, а чё ты нахуй заебал на меня-то, блядь? Он вычислил, что я главный в этой армии. Что, они ему пиздят? Да, 100 урона ему нанесли. Это уже больше, чем я мечом наношу. Это мимик. Мимик за мной, блядь! К победе! У меня мои планы простираются, блядь, на этот бой. Очень далеко, я вам скажу. Чё, скелеты? О, хуй тебе, блядь! Иди вот так же в демона, пни нахер! Ой, ебать! Ну что, они уже схватились? Нихуя мимик ему пиздярит, смотри. Мимик-то, блядь, смотри какого... Ой, блядь, мимик проебал этот бой. Так. Почему, блядь, не сражаются скелеты, я не понял. Черный клинок. Пизданулся, блядь. Хуя ты отжарил. Блять. Отъебись, дай посмотрю, что за клинок. Блять, он, кажется, нашел дорогу. Нет, не нашел. Черный клинок. Ну, это катана черная, блять. Ее многие любили. Кого он там ебашит? Хуй знает. 18 ловкости. ДД. Да, он спустился вниз и раздал скелетам просто ваншотом, блядь, их всех убрал. Моя армия, блядь, полегла. А это я еще на него мимика натравил. Теперь я без мимика, блядь, буду драться. На тебе, сука. Пацаны-то его захуевертили, блядь. Ха-ха! Лох, ебать. Молодцы, блядь, скелетоиды. Жаль вас пиздить, блядь. Но вы такие тупые, нахуй, что я ваш рот, блядь, сука, сроду ваш, блядь, шатал, нахуй. Пошли в пиздень. Недоделки, блядь. Фу! Ну что, это был великий план. И он сработал. Даже мимика, блядь, на бой подтянул. Сука! Я прирожденный командир, блядь. Армии мертвых и ебанутых. Это место в телепорте называется Покинутая могила. Интересно, кого они тут похоронили, что, блядь, он демоном стал. Хуй знает. Может, Гитлера? А это что такое? Тлеющее озеро. Ну, я его...
А вон и дымная дверь. Так, а наверху-то тогда что? Что за звук? Прорваться, не останавливайся. Что такое? Что, блядь, происходит? Кто это делает? А, там кто-то наверху стрелит. Очередной гох местный, блядь. Большой осколок титанита, блядь. Нихерово тут. Ладно, в пизду. Давайте пойдем наверх и посмотрим, что же там за дверями. Здесь, походу, целая локация. Ее можно, блядь, ее в следующей серии уже буду исследовать тогда. Ну, обратите внимание на качество прорисовки локаций, на их, блядь, это ж надо придумать, все это было, болото, блядь, еще одно болото. Не, на самом деле, это я про то, что это круто, это круче, чем Bloodborne, где, блядь, город, лес, снова город, город, замок, город, блядь, пизду. Там вообще такое ощущение, что ты на месте топчешься, а здесь хоть видно, что вот ты продвигаешься, все меняется, все прям вообще круто. Мимик, блядь, подсрачниками демона бил у меня на глазах. Я об этом и не мечтал вообще, когда эту игру запускал. И это походу... Сука, твою мать! Как они мост-то починили? А почему здесь не упала скала? Блядь, ёбаный в рот. Это полусекретное место. Ну, я думаю, что его на самом деле только лох не найдет. Но все равно... Блять, теперь опять рашить, что ли, ёб твою мать. Это надо было догадаться, что скелетов привести на мост. Ну, вообще там надписи есть. Но надписи наполовину на албанском, так что, ну, сами понимаете. Хотя, блять, лучше хоть такая подсказка, чем вообще никакой. Чё ты встал-то, блять, сиди. Блять, это же, сука, сколько же там бежать-то теперь надо. До моста до этого, ну... И в какую сторону я вообще... А, ну понятно, вниз. А там я дверь открыл. Так, стопэ. О, блядь. Сейчас налево, да? Ну, это медленный мячик. Его даже догнать можно и удариться в него, наверное. Блядь. Он медленный, конечно, но не настолько. Так, что-то с крыски выпало, кстати, смотрите-ка. Не знал, что с них лут бывает. Раньше с них человечность падала. Душа, ну понятно. Что еще это могло быть? Так, вот оно. Это классное, ебать, копать место. Давайте, давайте. Мне кажется, что здесь фармить можно. Они ж падают, души-то дают. Вон еще пироман там их оживит, когда они вниз уебутся. Какая гифка анимированная. Почему-то они, блядь, прямо там падают. Что пошло не так? Почему, блядь? Почему это произошло, блядь? Мост, видимо, еще не так просто, блядь, разрушить. Заставить их его, блядь, продавить своим костлявым весом. Сосите хуй, твари. Пойдемте, может, босса убить мне поможете тогда. Они успели пробежать, кстати? Тут, походу, все друг друга пиздят с радостью в этой игре. Может быть, секрет битвы с этим боссом — это скелет к нему по мосту разрушаемому привести. Опять герой сует свои пальцы везде, где они нахуй не нужны. А я должен расхлебывать эти блядские последствия. И погасли свечи, и вырвалась из чашки тьма, блядь, которая хуй знает, что там в этой чашке вообще делала. Да-да, темно-темно, и что? Ай, заебись. Ты что, какой-то новый уровень? Ебать!
Куда ведет эта лапа? А-ау. Ёбаный в рот. Ебать, колотить. Охуеть. Вот этот размер не имеет значения, не так ли? Брал сучки свои нахуй отсюда. Только не надо, блядь, говорить, что ты магией рыгаешь. Не знаю, что он сделал. Хуй ты свое ебало суешь свое, костлявая, блядь. Эпичность этого босса зашкаливает, блядь. Он, конечно, походу обсосок еще тот. Слишком огромный и неманевренный. Блядь. Что-то сзади трещит, блядь, как будто он что-то призывает. Понятное дело. От этого тумана, видимо, надо держаться действительно подальше. Ух ты, ебать, он сносит. А мы вот так. По браслетикам да по колечкам надо тебя пиздить, да, говоришь? Смети-ка нахуй это говно все отсюда, оно нам мешает. Интересно, что ж там за лут-то такой, блядь, лежит. Только не это. Ну а тут еще и тупик, блядь. Нихуя ты поставил свою лапу, блядь. Никак выйти-то отсюда. А это что такое, блядь? Ёб твою мать! Я ее делал, блядь. Так, стерилизуем нахуй локацию, не так ли? О, меч! Где он его взял? Кому пришла в голову вооружить этого ублюдка? А, все, нету меча. Нихуя не понимаю, что он делает. В чем его план. Блять, не достаю же, ебаный в рот. Ой-ой-ой-ой-ой. В упор к нему тоже нельзя, да? Как тебе, ублюдок? О-о. Вот это он хуйню задумал. Блять. Ну это пизда мне, походу. Перелечился, блядь. Дамаг перелечил. Давай, 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 на нахуй, спать, сука, пиздюк, блядь, обоссанный. Да будет свет, сказал монтёр. И что ж там за лут-то был? Душа повелителя Вольнира. Ну это было просто... Блядь, сука, махуй, блядь, говно, что за лут? Напишите в комментах, походу, я не узнаю, что это было.
Ну это замануха какая-то, там явно, блядь, лут берешь, получаешь по ебалу сходу. Но это был явно великий. Явно великая душа. Она сейчас будет на троне сидеть. А, на троне будет его чаша стоять. Я думаю, что, ну... Блядь, что ж там-то за Йорм тогда-то, блядь, если этот такой огромный. Ну такого же размера, только на ногах, наверное. И ржавая калитка, блядь, открылась. Сука, что, еще дальше можно идти, что ли? Да ну нахуй. А внизу тогда как обследовать, кто будет? Надо тогда сначала, наверное, вниз идти. Потому что там локация-то полусекретная. А здесь, видимо, дальше проходить. Кстати, над вот этой дверью висит эмблемка. Вот это... Уголь восстановлен. Пых-пых. Интересно, что же за лут? Нет, чаша мне не нужна. Ха-ха-ха! Придурки, блядь. Ты посмотри. Блядь, криворукий главный герой. Это так прикольно. Как будто в Zero Tolerance снова играю на последнем уровне и также паровозиками привожу к лифту мобов и расстреливаю их из ружья. Вот круто. Ладно, между прочим, бомбы денег стоят. А получить пизды можно бесплатно. Хм, блядь, какой-то склад костей. Это ж какой холодец сварить можно. Ну, вряд ли он будет наваристый, конечно. Да, это выход, походу, куда-то. Ну, ладно, на этом, в общем-то, серия, я думаю, заканчивается. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите все дела. А в следующей серии я пойду вниз и буду там охуевать. Уворачиваюсь от лучника и жадно-жадно своими вороватыми ручонками буду тырить лут с земли. Вот так. Так что все, адьё.